Королевский биограф Кэтрин Остлер рассказала о конфликте Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулс, второй супруги принца Чарльза. Ссора между родственницами вспыхнула накануне важного для герцогини кембриджской события. Перед свадьбой Кейт и принца Уильяма в 2011-м герцогиня Корнуольская спровоцировала раздор в королевской семье. Поводом для скандала послужила фамильная тиара Елизаветы II, которую, как рассчитывала Камилла, наденет герцогиня кембриджская на важное событие. Но Миддлтон хотела отказаться от предоставленной ей чести и планировала украсить прическу живыми цветами. В итоге она все же уступила Камилле и надела фамильные украшения. Кейт хотела устроить королевскую свадьбу, но при этом быть из народа, быть похожей на своих друзей. Но Камилла отчаянно пыталась убедить ее надеть тиару на свадьбу. Она попросила своих близких вмешаться в ситуацию от ее имени. Хотя Чарльз и Камилла не хотят, чтобы их считали экстравагантными или чопорными, но они все же считают, что существует уровень формальности и величия, ниже которого королевская свадьба не должна опускаться, цитирует слова королевского эксперта «Экспресс». Герцоги кембриджские изменили принцип работы своей благотворительной организации спустя время после скандального интервью Меган Маркл Опре Уинфри, где первая обвинила королевскую семью в расизме. Хотя дворец опровергал заявление Меган Маркл о том, что королевская семья была обеспокоена цветом кожи ее сына Арчи, Кейт Миддлтон, похоже, тот вопрос всерьез зацепил. Герцогиня кембриджская выждала время и вместе с принцем Уильямом сделала важное объявление касательно работы их благотворительного фонда The Royal Foundation. Кейт и Уильям меняют принцип работы организации. Теперь в приоритете расовое разнообразие среди персонала фонда. Расовое разнообразие всегда учитывалось при наборе доверенных лиц. Улучшение этого процесса занимает особое место среди задач Совета директоров и Комитета по управлению, говорится на сайте The Royal Foundation. Британские СМИ пишут, что Совет The Royal Foundation из 10 попечителей и высшее руководство организации состоит из преимущественно белых людей. Что Кейт и Уильям будут делать с этими людьми, увольнять или понижать в должности, неясно. Сразу видно, что это влияние Меган. Никто не забыл, что она обвинила королевскую семью в расизме, комментируют в сети решение Миддлтон и принца Уильяма. На протяжении нескольких последних лет пара Гарри и Меган была объектом пристального внимания публики. Свадьба, рождение первенца, конфликт с королевской семьей, переезд в США, сенсационное интервью, многочисленные скандалы – все это вызывало жгучий интерес. Однако, если завоевать популярность можно достаточно быстро, то удержать ее – задача уже совсем другого уровня. И похоже, чета сассекских справляется с ней не так успешно, как им хотелось бы. Гарри и Меган ненавидят в Голливуде. Такой громкий заголовок появился в американском журнале Globe на прошлой неделе. Утверждение громкое, но не слишком далекое от истины. После переезда супруги заключили сразу несколько многомиллионных сделок, в том числе с Netflix и Spotify. По словам инсайдеров, это вызывает недовольство у местных знаменитостей, которые прошли долгий путь, чтобы достичь подобных успехов. Впрочем, сегодняшние победы Гарри и Меган вовсе не гарантируют им беззаботное будущее. Они еще ничего не сделали, и поэтому у них нет никакой репутации, только объявление о сделке с Netflix, заявил один из влиятельных деятелей индустрии. Положение Гарри и Меган может казаться стабильным, но это впечатление обманчиво. На сегодняшний день высшее общество Голливуда относится к ним с недоверием, а публика постепенно теряет интерес. Согласно опросу, проведенному в США в прошлом году, 70% участников были не очень заинтересованы или совсем не заинтересованы в этой паре. Когда Меган Маркл только породнилась с британской королевской семьей, многих вдохновила идея великолепной четверки, в которую когда-то входили Гарри, Меган, Уильям и Кейт. Однако прошло совсем немного времени, как между новоявленными родственниками разгорелся острый конфликт, в результате которого чета сассекских отдалилась от королевского двора. После переезда Гарри и Меган в США и ряда скандальных событий стало ясно, что отношения между двумя парами едва ли наладятся в ближайшее время. Тем не менее, некоторые поклонники лелеют надежду на примирение, если не всей четверки, то хотя бы ее женской половины. Впрочем, по мнению королевского биографа Амида Скоби, это не более чем принятие желаемого за действительного, ведь, скорее всего, Кейт и Меган займут позиции своих супругов. Кроме того, в ходе громкого интервью с Опрой Уинфри, Меган Маркл призналась, что общение с членами королевской семьи не задалось с самого начала. Так, по словам герцогини Сассекской, Кейт Миддлтон доводила ее до слез, а в тот недолгий период, который Маркл провела при дворе, ее неоднократно посещали мысли о самоубийстве. На сегодняшний момент между Кейт и Меган нет прямой вражды, они практически не контактируют друг с другом.
Одной из причин разлада между семействами, как утверждает Амит Скоби, могло быть желание сассекских выступать наравне с принцем Уильямом и его супругой, что оказалось попросту невозможным в силу более низкого положения Гарри в королевской иерархии. Гарри и Меган хотели быть в центре внимания, как Уильям и Кейт. Но Гарри занимает лишь 6-е место в очереди на трон и должен всегда помнить об этом, выполняя свою работу. Это означает, что он никогда не сможет затмить своего брата, заявил в разговоре с Entertainment Tonight Амит Скоби. Я читаю все эти истории о том, что Меган и Кейт собираются вместе работать над проектом Netflix, болтают по телефону, чуть ли не пекут вместе пирожные в Zoom, не более чем принятие желаемого за действительное. К сожалению, они следуют примеру братьев, а те практически не разговаривают друг с другом. Хотя на самом деле между герцогинями никогда не было вражды, но всегда была дистанция. В нынешнем году три организации, которые представляют Эмми, Американская телевизионная академия, Американская национальная телевизионная академия и Международная телевизионная академия, пришли к единому мнению: число участников непосредственной церемонии вручения необходимо ограничить из-за соображений самоизоляции. Число билетов для приглашенных сокращено. Одному кандидату, заявленному и претендующему на Эмми, вручается только 4 билета, которые он может распределить так, как считает нужным. Причем один из них для самого номинанта. Взрывное интервью Опры Уинфри с герцогами сассекскими номинировано на Эмми в номинации «Лучшая документальная программа». Ограничив количество гостей, Академия дала кандидатам право самостоятельно решить, как они распределят свои 4 билета. Теперь Опра должна выбрать, будет ли она использовать свои 3 оставшихся билета на Меган и Гарри или на свою преданную производственную команду, которая сделала возможным все интервью. Инсайдер из Лос-Анджелеса сообщил Mail Online: число участников Эмми фактически сократилось до минимума. Распределение 4 билетов – жесткое правило, причем 3 приглашенных выбирает руководитель шоу или ведущая звезда. Инсайдер продолжает: для Гарри и Меган это означает, что последнее слово остается за Опрой, звездой и руководителем производства. Для нее это трудный выбор, потому что у Опры есть профессиональный и личный список для приглашения. На Эмми звезды обычно приходили с агентами, пиарщиками, стилистами, менеджерами и близкими. Теперь это серьезный вызов для талантов, которые, по мнению номинантов, должны быть их плюс один, а в случае с Гарри и Меган – двумя. Источник добавил, что телеканал CBS, который транслировал эксклюзивное интервью Уинфри с сассексами и традиционно транслирует Эмми, может попытаться нарушить правила, чтобы Меган и Гарри могли присутствовать в любом случае. Инсайдер сказал: присутствие Гарри и Меган будет иметь большое значение для шоу вручения Эмми. CBS представляет программу Опры и учтет это при трансляции Эмми. Очевидно, у CBS есть собственное внутреннее распределение билетов, поэтому они могут пригласить Гарри и Меган в качестве лояльных компаний людей. Это как возможный вариант, но он влечет за собой всевозможные негативные последствия. Это расстроило бы других номинантов и те таланты, которых номинанты бы с сердечными муками вырезали из списка приглашенных. Если кому-то позволят игнорировать правила, это вызовет недоумение, возможно, вызовет трение. Одновременно с этим было высказано мнение, что Гарри и Меган могут быть привлечены к Эмми в качестве ведущих, которые будут вручать награду в одной из номинаций. 73-я церемония вручения премии Эмми будет транслироваться на телеканале CBS в прямом эфире 19 сентября. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали, но как бы то ни было, негосударственная британская организация Ofcom стала на сторону Пирса Моргана, популярного журналиста, экс-телеведущего телепрограммы «Доброе утро», Британия на ITV в его противостоянии с герцогиней Сассекской. Пирс раскритиковал интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри. Особенное внимание он уделили лично герцогине Сассекской, после того, как она сообщила всему миру, что испытывала суицидальные мысли из-за отношения к ней королевской семьи, когда она была ее частью. Гэн Морган, комментируя это заявление, сказал, что не верит ни единому слову герцогини и не поверил бы ей, даже если бы она прочитала прогноз погоды. На голову Пирса рухнули не только гром и молнии в лице тех, кто, более 50 тысяч человек, пожаловался на него в Ofcom. Жалобщики считали, что Пирс отрицает право людей иметь психологические проблемы и рассказывать о них. Меган Маркл лично подала жалобу телекомпании ITV, требуя, чтобы Пирс Морган извинился перед ней в прямом эфире. После того, как от Пирса от этого потребовало руководство, он уволился. Но рассмотрев все обстоятельства, Ofcom постановила, комментируя заявление Пирса Моргана в программе «Доброе утро, Британия», эта программа была посвящена интервью Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими.
В нем содержались комментарии и заявления о суицидальных мыслях и психическом здоровье, которые могли быть опасными и крайне оскорбительными. Однако мы решили, что в целом программа освещала проблему с разных точек зрения, которые позволяли обеспечить адекватную защиту и контекст для своих зрителей. Мы также посчитали, что комментарии о заявленной проблеме в программе могли быть потенциально очень оскорбительными, но соответствовали теме обсуждения. Поэтому мы решили, что программа не нарушала кодекс вещания АВКОМ. Представитель АВКОМ также добавил: «Это было взвешенное решение. Комментарии Гена Моргана были потенциально вредными и оскорбительными, и мы признаем сильную общественную реакцию на них. Но мы также полностью учли свободу выражения мнения. Согласно нашим правилам, вещатели могут включать спорные мнения в рамках законных дебатов в интересах общества. Тем не менее, мы напомнили ITV о необходимости уделять больше внимания контенту, обсуждающему психическое здоровье в будущем». А королевский биограф Анжела Левин отметила в связи с этой ситуацией: «Меган Маркл явно сейчас в бешенстве. Ведь она никогда не сможет справиться с ситуацией, когда ей кто-то говорит в лицо, что она сказала неправду. Она ведь вся в сострадании, понимании и заботе о людях». Герцог и герцогиня Сассекские пока не сделали официального заявления о результатах расследования и резюме АВКОМ.